Ну как? Да никак. Сделали из меня пацанку, 80-летнюю пацанку. Я слишком стара, чтобы? Да. Ну, видите, мне же никто не предлагает там прыгать через скамейки, да, или там... поэтому нет, не могу сказать. Я еще не слишком стара. Золотой мальчик. Почему мальчика? Девочку. Золотая девочка. Девочка. Старушечка. Но есть и моложе, но они старухи. А я старше, но я не старуха. Я так считаю. Мне бабушка когда говорила в детстве: Миша, ты пойми, душа не стареет. Я от зеркала отворачиваюсь, и я даже бегаю по полю, и мне 9 лет. Мы когда все вместе отворачиваемся от зеркала, мы младше вас, 14-летних.